Адам Джонс? Я думала, ты умер. Мистер Джонс, ваша кредитная карта заблокирована. Если решишь открыть ресторан, минимум десяток людей будет пытаться убить тебя. Я долго думал о том, как ты поступил со мной. Прощаю. Мы же как братья. Ты не появлялся 3 года. Чего ты хочешь? Сделать свой ресторан лучшим в мире. Кухня! Да, шеф! Она крутой повар, хоть и не знает об этом. Ты пойдешь со мной? Много на себя берешь. Но он же шеф. Резюме хорошее, ягненок потрясающий. Будешь работать на меня? Да. Будешь работать бесплатно? Да, конечно. Я у тебя поживу? Он точно знаменит. У него 2 звезды Мишлен. Чтобы получить хотя бы 1, ты должен быть как Люк Скайуокер. Есть красивое платье? Мне нужно на вечеринку и... Я не знаю других девушек. Если получишь 3, все, ты Йода. Притворись моей девушкой. Если я твоя девушка, возьми меня за руку. Будь ты моя девушка, и мы бы поссорились еще в такси и уже бы не разговаривали. А вдруг он Дарт Вейдер? Хочу извиниться за Париж. Что случилось в Париже? Я пытался все контролировать. Приготовление еды — это выражение нашего «я». Мы должны вызывать кулинарные оргазмы. Напомни мне никогда больше не обсуждать с тобой еду на людях. Не знаю, смогу ли я. В одиночку не получится. Ты лучший. Мы хотим, чтобы ты привел нас туда, куда нам без тебя не попасть. Сегодня день рождения у моей дочери Лили. Мне нужен торт. Никаких тортов. Ты же шеф. Ты должен делать торты. Это вы ли даете рощи на людей? Да. И делаю классные торты. Ну как? Я ела и лучше. Правда? Шеф Адам Джонс.